вот это въезд на как, ну, площадь Чингисхана. Тут ну, довольно нехилая стоянка, хотя не то, что громадная стоянка. Вот здесь стоят. А, их всего двое, а я что-то я думал, больше их. Ну ладно. Всего двое. О, а вот эта машинка еще грязнее. Местная. Мы же честненькие. Вот так это смотрится отсюда. Что-то она немножко подразрушенная. И лестница здесь заросшая. Сделали и забыли. Вот такая вот, нет, но это в конце, лестница отсюда вот ведет железная, ведет на голову коня, пенькая отделана. Что, не по-английски вдруг? И вот выходит, о, рука. Железо, листовое железо. Камера. А вон и лошади. А вон наша машинка. И горячие эти. Ага. Юрты. Ани, не ва. Ну, козьма. Я. Ой, у него еще там ай или что? Сабля такая. На. Странно тучки. Да-да. А откуда ветер? А, тут вот это самое. А мы поедем, солнечный панель. После этого двое будет ветер. Так что. Динозавр будет под дождем. Ну, как-то так. Ладно, пошли вниз. Что-то придумал. Ха-ха, вертолет какой-то махнул. Ну, как-то так и все. Все из железа листового. С орлом. О, Татьяна. О, и так далее. Как-то на воду забираюсь, специально какая-то лестница. Вот тут какая-то таниша, все остальные. Короче, это не очень понятно. Так, лифт. Ладно. Можно лифт поехать. Кстати, вот здесь. Тут наклейки. Я свою забыл. Блин. Иркутск. Лифт маленький. Ладно, пойдем пешком для интереса. Можно на второй, на первый этаж. То есть мы будем на втором.
сюда приехали на лифте. Сколько у нас?
устроена юрта. Все попился. Вот решетки. Тут колечко. И вот так. А здесь... Арта. Свадьба. Что-то их там как-то... А, вон та невеста. А эти подружки тут вообще-то они в одинаковых платьях. Странные какие-то. А, фотаются. Ну ладно. Там что-то хундутур какой-то выложено. Тут дорожка идет с светильниками на солнечных батареях. Хотя солнца нет. Блин. А солнце скрылось и как-то сразу же жарко. А, кажется, дождь собирается. Ага. И вот тут есть такой. О, не может быть, никого нету. Давай. Попробуем.